Шаман обманывает нас. Вот что я нашел в его шалаше. Золото! Золото! Дай сюда. Пошли к шаману. Thank you.
Где золото? Покажи нам это место. Сюда пришла экспедиция. Они все равно его найдут. Мы должны раньше них сюда прийти. Веди нас туда. Или мы расскажем, где скрываешься. У тебя много причин прятаться от советских людей. Я проклятый. Шайтан и дьявол. Всех его спроклинаю. Врач, шаманец. Говори, и то плохо будет. Я все скажу. Если вы прогоните тех, которые сюда пришли, убейте их. Убейте их. Убейте. Хорошо. Мы их прогоним. Но если обманешь, берегись, колдун. Ну, а ты, Урнай, иди в экспедицию. Им носильщики нужны. Поразнюхаешь, а мы тут будем. Близко. Внимание! Говорит начальник золоторазведочной группы номер 17. На геолога Абрамова совершено нападение. Он серьезно ранен. Немедленно высылайте другого геолога. Двигаемся к Золотому озеру. Немедленно командируйте геолога в золоторазведочную группу номер 17. Работающую в районе Золотого озера на Алтае. Работа группы в связи с нападением на геолога Абрамова находится под угрозой срыва и невыполнения плана разведок. Предупредите командируемого о необходимости... Вы едете завтра. В экспедиции неблагополучно. Будьте осторожны.
Здесь живет проводник? Да, это я. В экспедицию едешь? На Золотое озеро. Да, на Золотое озеро. Отсюда далеко? 3 суток, больше не проедешь. А вам долго собираться? Завтра выйдем? Зачем завтра? Сейчас поедем. Натягивай. Передашь в центр. Есть. Ну, айда. Экспедиция достигла Золотого озера. Нового геолога ожидаем завтра. Приступаем к пробным разработкам. Пойди сюда. Когда новый приезжает? Завтра. Он уже вышел из деревни.
Поняли мои.
Здравствуй, товарищ начальник. Здравствуй. Что так долго нового нет? Понять не могу. Шестой день, как он из деревни выехал. Вот, Шаурнай, собирайся в дорогу. Возьми с собой пару надежных людей, пойдешь навстречу новому геологу. Понял? Где лагерь экспедиции? Нема? Яхса? Сибин? Сумещайкельси. Да не. Где Золотое озеро? Нема? Жох. Сипрекпир.
Золотое озеро. Алтынколь. Алтынколь, сурчаты, совет экспедиции. Алтынколь, да? Да, советская экспедиция. Ну что? Айда. Прошли по реке до порогов. Людей не встретили? Нету? Товарищ начальник. Степанов. Геолог? Да. Что случилось? Где вы пропадали? Блуждал в тайге. На силу выбрался. Хорошо на кочевье наткнулся. А разве вы один? Нет. Я шел с проводником. Маринкой. Ночью на нас напали. Я вот чудом уцелел. А девушку, вероятно, увели. По-видимому, здесь работает целая шайка. Надо срочно выехать на поиски. Кто там идет? Свой, Степанов. Как в воду кануло. Кругом все обыскали, никаких следов. Я уверен, тут орудует бандитская шайка. Надо принимать другие меры. Нашей экспедиции кто-то мешать собрался. Начальник, болото искать надо. Ну,
Они уже моют золото. Где? У водопада. Угу. Я знаю это место. Здесь мы покончим с ними. Слушай, Урнай, ты хочешь быть богатым по-старому? Так вот, сверху со скал пусти на них камни. Мы расшибем все к черту. Тогда шаман покажет нам, где золото. Едва ли до утра дотянет. Дай-ка вторую. Озеро – священная роща наших предков. В ней живет великий шайтан. Шайтан нет! Шайтан есть! Он поразит каждого, кто осмелится приблизиться к его жилищу. Еще вчера огромный камень сорвался вниз и раздавил их работу. Я говорю вам, плохо будет. Уходите! 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 Знаю, где искать шайку. Ну, Урнай, предатель. Я сейчас выследил его в лесу. Он забрал наших рабочих и начинает их запугивать. Говорит, ребята, разбегайтесь, это опыта будет. Оказывается, что обвал на разработках тоже его дело. Он устроил. Урнай, ты знаешь, где священная роща? Я? Не знаю.
Ты поведешь меня туда, Урнай? Нет дороги. Дежурный, смотри в оба за Урнаем. Есть, товарищ начальник. Умер. Пойдем, кончальник. Пойдем. Товарищ начальник, дай расчет. Пойдем, будем. Давай, да. Не нужно работать. Болеть будем. Дай расчет начальник. Уходи, а да? Все надо. Прямо это все. Не останем. Надо брать, значит, обязательно. Начальник. Начальник, дай расчет, пожалуйста. Не будем работать. Больше. Thank you.
Зачем мы привели сюда эту девку? Надо разделаться с ней. Отпустим ее. Она выдаст нас. Я не могу. Бей! Thank you.
Погибнут в огне проклятые люди из города. Вот что я нашел в тайге. Здесь я обнаружил золото. Нашел. Богатым стал. Эх, борода. Богатым стал. Для себя ищу золото, что ли? Родина моя богаче стала.
Аэропорт! Аэропорт! Немедленно вышлите на ликвидацию лесного пожара в районе Золотого озера звено самолетов сельхозавиации, снабженное огнетушительными бомбами. Thank you.
Группа Арта Булакова пойдет в восточном направлении. Ты, Василий, иди на юг, до самого Корбу. Я все. Ты со своими ребятами обшаришь этот район, вплоть до болота. Кашагачев двинется в северном направлении. Понятно? Понимаю. Пожар полностью ликвидирован. Экспедиция на месте старого лагеря. Имущество в сохранности. На розыске геолога Степанова отправлены 4 группы охотников. Сегодня сводку будем передавать? Подождем. Вот вернется последняя группа охотников. Товарищ начальник, пойдем сюда. Ну как? Нет. Нигде нет. Все группы вернулись. Геолог Степанов не обнаружен. Предполагаем гибель во время пожара. Товарищ начальник! Товарищ старшой, вот, ваш, возьмите.